Между тем, любителей футбола ждут еще несколько игр, правда, не настолько масштабных, как встреча команды первой лиги и третьего дивизиона. Футбольный клуб «Белогор» в сентябре сразится за первенство России по футболу среди прочих команд третьего дивизиона. Принять участие в играх Кубка России амурчанам удастся только в следующем году. Как отмечают специалисты, вывод о сильнейших командах Приамурья и о том, что ожидает амурский футбол, можно будет сделать только в следующем году. Тем не менее, для того, чтобы выйти на новый уровень и играть с командами второго дивизиона, местным коллективам приходится тратить огромные силы, деньги и время на длительные перелеты. Вопрос о реорганизации второго дивизиона зоны «Восток» поднимался, но так и остался открытым. Кстати, во втором дивизионе выступал и «Амур-2010» из Благовещенска. 30 июня 2014 года стало известно о банкротстве и расформировании команды.